Всем привет! Меня зовут Дэн, и мне 11 лет. Мне вообще очень часто говорят мои родители, что я вундеркинд и вообще идеальный ребенок. Но это бывает не всегда. Отношения родителей. Сыночек, ты вообще у меня самый лучший, самый умный ребенок в мире. Мам, спасибо. Ты кушать хочешь? Не. Ну ладно, тогда спать ложись. Хорошо, мам, я пойду. Спокойной ночи, любимый сынок. Спокойной ночи, мам. Ты чё наделал, горе мелкое? Тебя вообще под ноги учили смотреть? Мам, я нечаянно. За нечаянно и разбитую вазу ты вообще завтра на улицу не выйдешь. Мам, ну прости. Какой же отвратительный и непослушный ребенок. Я ему спать сказала, а он тут вазы бьет. Бес мелкий. Данил, это я, твой друг Артем. Хочешь посмотреть, какой мне классный подарок подарили на день рождения? Кстати, про подарки. Вы знаете, вот такое чувство, когда у тебя день рождения. В день рождения тебе родители говорят: вот завтра мы пойдем покупать тебе телефон. Наступает следующий день, ты встаешь в 5 утра, собираешься и ждешь. А их все нет и нет, они спят. А че, 5 утра, нормальное время? Сказали же завтра. Подарок. Сынок, с днем рождения тебя. Мы с папой решили, что подарим тебе телефон. Телефон? Да-да, телефон. Завтра с утра пойдем и купим. Офигеть! Спасибо, мам! Спасибо, пап! Офигеть! Спасибо вам, родители! Блин, ну что вы спите? Время видели! 5 утра! 5 утра! Вставайте! Сын, в обед пойдем. Иди спать. В обед? Капец, блин, это просто жесть. До обеда целую вечность ждать. Вечером? Да вы чего, издеваетесь? Сын, дай нам спокойно поесть. Да. А вот самое частое событие, которое происходит в моей жизни, это когда ешь мороженое, а тебе мама говорит: кушай потихоньку, а то заболеешь. Да я же его во рту грею, мам. У меня все под контролем. Мороженое. Сын, ешь поменьше. Мам, я во рту грею мороженое, мне нормально. Ешь поменьше. Я грею. Меньше. Грею. Меньше. Я грею! Ну чё, грел? Грел. И чё, помогло? Прости, мам. А вы слышали про тренд новый? Попыт называется. Мне кажется, эту штуку придумали боги, потому что она офигеть какая крутая. Но чтобы выбросить ее у мамы, мне пришлось неплохо так постараться. Новый тренд. Мам, я очень сильно хочу попыт. На кухне возьми. Что? Возьми и попей. Че ты от меня-то хочешь? Ты не попить, а попыт. Игрушка такая. Кстати, у меня был друг-американец, он очень плохо разговаривал на русском. Тоже вместо попить, попыт говорил. Попыт — это игрушка такая. Там пупырышки, хлопаешь, и прикольное ощущение у тебя. А, вот как это называется теперь. Поняла, поняла, я знаю, где такое продается. Сейчас принесу тебе. Спасибо, мам! Все-таки у меня хорошая мама. И что вы думаете? Вот мой попыт. А у вас было вот такое вот, что вы лежите на диване, никого не трогаете. И внезапно залетает мама и говорит, что вас срочно нужно отдать в секцию. Кстати, познакомьтесь, это мой брат Илюха. Мы с ним абсолютно разные. Он любит BTS, а я OG буду. Но нас все равно отправили в одну и ту же секцию. Выбор спортивных секций. Так, бокс. Да, да, боксы надо отдать. Боксы туда, туда. Балет. Мам, какой балет? Футбол. Нет. Все, решено. Музыкальная школа. Куда? Все, давайте, давайте. Первое занятие через час. Давайте валите. Не надоедайте мне. Все, пока-пока! Отлично. Моцартами вырастут. Кстати, ребят, смотрите, что я вам написал. Ну согласитесь, нормальный же почерк. Но моя мама так не считает. Почерк. Фух, наконец-то я закончил делать эту домашнюю работу.
Давай проверим. Держи. Переписывай. Почему? А потому что ты пишешь, как курица лапой. Нормально все. Я сказала, переписывай. Блин. Не блинкай. Теперь нормально? Что это за каракули? Переписывай. Блин, да нормально же. Все, ты меня не зли. Я сказала, перепиши аккуратнее. Ладно. Хотя на следующий день она мне дала список продуктов, которые мне нужно было купить. И там была одна несостыковочка. Сынок? Да, мам. Ты же свободен? Да, да, мам. Вот список. Купи все по этому списку. Хорошо. Так, первое, что мне нужно купить, это... Обожаю сладости. А вы? Напишите об этом в комментариях. Но вас также часто бесит эта ситуация, когда мама говорит, ничего не слипнется. Ничего не слипнется, мам. Ничего. Ой, Люх, чё ешь? Сникерс. Ничего не слипнется. Ты чё, у мамы шутить научился? Вот и я о том же. Сладости. Ничего не слипнется? Да нет. Рот цел. А я не про рот. Ничего не слипнется. Окей. Но Сникерс отдай. Да почему? А вы верите в призраков? Я нет. А я вот иногда верю. Особенно ночью. Не, ну ночью я тоже верю. Все верят. Особенно, когда какая-то тень промелькнет, ты сразу к маме побежишь. Ночь. Что? Свет уже достал. А свет кто будет выключать? Ну, мам! Ты что, платишь за свет? О, да. Как же я его понимаю. У вас тоже было такое, что вы просто забывали выключить свет? А для родителей это прям какая-то трагедия. Свет. Сынок, тебя свет за собой не учили выключать? Мам... Да я забыл просто. Во всем доме забыл выключить. Мам, я правда не знал, что такое может быть. Наказан! Вы не подумайте, я вообще ребенок особенный. У меня папа Дед Мороз. Только вы это никому не говорите. А я, получается, эльф. Однажды я увидел, как он вот эту вот бороду на Новый год надевает. Это, конечно, прикольно, что мой папа Дед Мороз. Всем детям на земле подарки дарит. Ты дебил? Как ты мог спалиться? Я не знаю, я все делал по плану. Теперь наш сын не верит в Деда Мороза. А кто в него верит? Ребят, а на этом все. Меня зовут Дэн. До скорого. И если вы хотите еще роликов со мной, то напишите в комментариях Дэна во вторую часть. И обязательно поставьте лайк. Пока!